Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание подаркам. Подаркам, которые привлекают счастье, благополучие, изобилие и достаток в вашу жизнь. И обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать, какие подарки можно дарить своим друзьям, любимым людям или близким знакомым. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, подарки – это часть, наверное, нашей культуры, традиции. И некоторые подарки достаточно хорошо дарить. Почему? Потому что они привлекают действительно счастье, они привлекают благополучие и изобилие в дом. И есть подарки, которые действительно могут принести получателю благополучие, любовь, мир, достаток. Поэтому обязательно возьмите себе эту информацию на заметку, какие подарки лучше дарить дорогим вам людям, не навредив ни их энергетике, ни своей. Потому что некоторые варианты подарков действительно могут нанести вред как дарителю, так и получателю. Известно, что, к примеру, подругам не стоит никогда дарить тарелки. Почему? Так как существует поверье, что с таким подарком вы передаете получателю свои горести, свои беды, свои какие-то проблемы. А, например, часы – не лучший подарок для любимого человека. Потому что говорят в народе, что тот, кто преподносит часы в подарок, это приближает их расставание. Ну что, друзья, давайте более детально поговорим о подарках, которые привлекают счастье, любовь и благополучие. Во-первых, это цветок в горшке. И любой цветок, который вы будете дарить в горшке, а сегодня очень достаточно большое количество всевозможных цветов, растений, которых вы можете подарить в горшке. И знаете, что лучше всего, если вы будете это дарить от чистого сердца, искренне, от души, то это принесет тому, кому вы дарите, действительно мир, достаток, благополучие. Помните о том, что даже цветки есть, которые сегодня дарятся в горшке, а в горшках наподобие как те же хризантемы, гладиолусы, вы также можете их подарить. Таким образом, вы не уничтожаете цветок, да, потому что считается, что когда вы дарите срезанный цветок, то уже у этого цветка просто и оборвалась жизнь, была срезана жизнь, и вы уже дарите мертвый цветок. А здесь вы можете подарить именно цветок в горшке. Также сегодня уже и красивые в горшках розы есть, ромашки, то есть различные цветы, то есть те, кто занимается цветами, стараются выбрать большой спектр для себя цветов по продаже, чтобы действительно каждому своему клиенту просто угодить. Поэтому цветок в горшке самое то. Кроме того, вы можете к цветку в горшке и презентовать еще какой-то интересный, красивый подарок, о котором мы поговорим далее. Далее, всегда, если вы идете на свадьбу, дарите мешочек с зерном. Это может быть символически какой-то быть мешочек, но главное, что там было чистенькое, здоровое зерна. И такой подарок станет действительно настоящим оберегом семейного благополучия и счастья. А сами молодожены будут жить и в мире, и в достатке. Поэтому рассмотрите именно такой вариант подарка. Далее свечи. Вы знаете, свечи могут быть как из воска, из парафина, и они всегда являются символом домашнего очага. И разжигать огонь, так называемой любви в доме, который получил такой подарок. Кроме того, сейчас, если вы обращали внимание, и вы любите свечи, или ваши друзья любят свечи, обратите внимание, что сейчас свечи есть в виде всевозможных статуй, всевозможных таких красивых изображений, там, например, в виде розы, совы, всевозможных птичек, достаточно красиво. Если ваши получать такого подарка очень любит именно такие свечи, обязательно подарите. Во-первых, вы удивите, а с другой стороны, вы порадуете близкого человека. Далее,
новая обувь. Если новая обувь подарена перед поездкой, то знайте, что именно такая дорога пройдет достаточно удачно, легко и даже ускорит возвращение домой человека. Но обувь должна быть именно нормальная, не какая-то бэушная, а именно новая, качественная. Далее глиняная посуда. Вы знаете, если у ваших друзей в скором времени новоселье, обязательно подарите глиняную посуду. И тогда это действительно принесет достаток в новое жилье, а жизнь домочадцев действительно будет счастливой. Если женщине нравится некий мужчина, то ему следует преподнести в подарок шарф для того, чтобы вызвать ответные чувства. А если мужчина влюблен в девушку, то лучше подарить гребень или расческу. Ну а чтобы привлечь в жизнь молодой девушки завидного жениха, ее замужняя подруга может подарить ей кухонные полотенца. Вы можете и дарить все то, что вы считаете важным и нужным, не только для себя, но и даже для тех людей, которые любят вас, которые ценят, которые вам желают мира, любви, гармонии. Обращаем ваше внимание, что любой подарок он может нести как негатив, так и положительные энергии. И это зависит от человека, который выбирал этот подарок, от его настроения именно в тот момент. Поэтому, когда вы выбираете кому-либо подарок, обязательно в порядке обращайте внимание, чтобы именно вы в первую очередь были в прекрасном настроении, вас ничего не расстраивало. Да, мы сами все люди, и очень часто мы можем расстраиваться, мы можем переживать из-за каких-то пустяков, но в любом случае старайтесь сделать так, чтобы все в вашей жизни было замечательно, прекрасно и хорошо. Научитесь жить жизнью и жить полной грудью, потому что это очень важно для каждого человека. Друзья, вот такие вот подарки, которые мы рекомендуем дарить, которые могут привлечь действительно счастье, действительно благополучие в жизнь того человека, кому вы это дарите. А вот сегодня, друзья, мы с вами хотели поделиться вот такой вот важной, ценной и немаловажной информацией. Если у вас еще есть вопросы, обязательно задавайте, пишите в комментариях под этим видео или поделитесь каким-то неординарным подарком, который вы подарили, возможно, в самое ближайшее время своим друзьям, знакомым. Пусть и другие узнают о каком-то креативном подарочке. А с вами, как всегда, друзья, был канал Астрора. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы обязательно с вами услышимся уже в следующем видео. Также прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Обязательно нажимайте, смотрите. Приятного всем просмотра!